дня. Привет, туристы. Ну, сегодня у нас вновь продолжается тихая охота по-сибирски. Нас нынче тайга не только кормит, но и дает немножко заработать денег. Так что сегодня мы отправились за белыми грибами, за боровиками, за лисичками, за маслятами. Так что, друзья, приступайте к просмотру. И мы только зашел, ребят, в такой пятачок, в небольшой. Вот старый такой лес. У нас сегодня, кстати, будет дождь с грозой, также обещают. Поэтому пока тормозним стройкой, пока мы заработаем, хотим заработать, ребят, немножко денег, продать грибов. Вот, вы поглядите, какая красота. Какие боровики, друзья. Посмотрите, просто вот сюда посмотрите, ребятушки. Поглядите, какие боровички. Ух, какие. Прям, ух, ребят. Боровики-то хорошие. Такие даже собирать одно удовольствие. Поглядите, какие прелесть просто. А вот тут вот какой спрятался у нас в листве. Смотрите, друзья. Прелесть какая. Вот это настоящая сибирская тихая охота. Ох, какая ножка. Чистенькая прям. Друзья, посмотрите, какие они. Просто прелесть. Грибочки. Толстоногие. Ох, вот это вот прям зачетный грибок. Ого, какой мясистый боровичок. Вот тоже. Ох, тут сейчас можно прям с одного места целое ведро набрать. Ребят, смотрите, какой был. Ну, конечно, он уже испорченный. Хотя нет, ну, можно жарить. Ну, это вообще... Шляпка такая. Смотрите, какой чистый прям. Идеал. А, запах прям. Вот у нас грибы нынче дороже, чем, ребят, мясо на базаре. Вот тоже. Поглядите, прям с одного места. Считай, далеко ходить не надо. Какие чистенькие. Прелесть просто. Сейчас вот тут вот еще один спрятался. Прям под елочкой. Ух ты. Ты ж какой красавец. И ножка, главное, чистенькая. Вот такие одно удовольствие собирать. Пока шли, зашли в небольшой сосничок и набрали, ну, с полкилограммчика примерно маслят. Сейчас мы их сразу подрежем, чтобы чистенькие на продажу. Раз с ютуба не заработать, нынче будем зарабатывать на грибах. Жить же на что-то надо, ребят, на одну зарплату тоже прожить в наше время сейчас нереально. Вот. Поэтому и как никогда, друзья, у нас нынче тихая охота прям удалась. Сезон прям грибов
таких вот. Прелесть, друзья, смотрите какие. Еще вот тут вот нарезаем сейчас. Соберем их сразу сюда. Не, ну это просто шикардос. Прям как на картинке, смотрите. Чистенькие, главное, все. Без единого червячка. Упругие. Нынче сезон удался. Тайга нас не обижает. Ну, так что и себе будет, и людям. Боровички хорошенькие. Вот с этим не знаю, что делать. Блин, жалко, друзья. Даже такой. Как бы, не знаю. Что, продолжаем сбор грибочков. Отошли мы еще не так уж и далеко. Оба, какой красавчик. Тут вот тоже какой сидит. Красотулька какая. Прелесть. На тропе, друзья, прям на тропиночке, молоденький, чистенький, как раз на жарёшку. Вот еще тоже, прям два штучки, оба, вот такие вот, ну это мы уже все, этот уже губка, он на напитается уже все. А эти вот прям чистенькие. Возьмем. Так. Вот мухоморчики. Также попадаются на пути. Вот какой грибочек. Ребят. Красавцы, красавцы. У тебя ножка маленькая, подгнившая. Ну, это мы сейчас обрежем. Червячков уберем. Потому что вот червячками поедено. Остальное возьмем, шляпку. Друзья, смотрите, какие наичистейшие просто. Грибочки. Сейчас мы сразу их упакуем. Побольше прям ножку обрежем. О, прелесть просто. Да, нынче прям какая-то грибная аномалия. Грибов прям, ребят, по лесу валом. Главное, молоденькие, все чистенькие. Вот они, боровичочки такие. Красота. Ну вот уже тут как раз, наверное, литров 7 уже есть. Так, а там у нас кто спрятался? Такие вот два таких красавчика. О, беленькие, хорошенькие, друзья. Берем однозначно наичистейшие.
сюда зайдем. О, какие тоже два штуки. Прям хорошеньких грибочков. Мясистые. Ножка мясистая. Смотрите, какие. Вот уже почти полная сумка, друзья, грибов. Вот еще тут вот спрятался такой прелесть такая. Тоже такой вот красавчик. Смотрите, какой шикарный. Один, правда. Ничего, сейчас походим, посмотрим еще. А тут вот, друзья, у нас лисички, сестрички притаились. Такие вот наичистейшие. Тоже вот они, вот они пошли, рыженькие лисички. Тут их прям много, друзья. Поглядите, какая красотень. Одно удовольствие от таких грибов. Прям душа радуется. Смотрите, какие хорошие. Вот у нас уже дождик опять заморосил. Смотрите, какая прелесть. Просто шикарный. Прям недалеко от дороги. Тут даже с плоской такой ножкой есть. Интересно, первый раз такой вижу. Грибок. Сейчас мы их сразу обработаем, чтобы чистенькие. Уже не тащить мусор. Даже больше, чем на тех выходных, похоже. Вылезли у нас же дожди, дожди, туманы, дожди. И вот они повылазили снова. Уже, наверное, четвертая волна их, этих белых, идет. Не, ну просто прямо, друзья, это шикарно. Знаю, камера передает эти все, весь вид такой, грибов. Это прям красота. Ну, говорю, грибная аномалия у нас, не знаю, как в других областях, у нас их просто тьма нынче, прям как никогда. И главное, знаете, переросших практически мало. Они вот молоденькие все, вот такие вот. Вот. Зашел еще в такой небольшой лесочек. Смотрите, какие плотненькие, хорошенькие прям. Белые.
грибочки. Тут вот тоже. Он уже переспел, наверное. Видите, какие? Не, нынче прям правда. Их как никогда много. Вот, кстати, если кто не знает, гриб веселка, ребят. Вот это вот. Она вот стреляет очень быстро. И у нее характерный такой запах, вонючий прям. Собирает очень много мух. И она очень полезная. Вот. Тут вот яйцо. Образуется яйцо. В общем, спора вот такая вот. Грибное яйцо это выстреливает. И вот гриб, получается, такой веселок растет очень-очень быстро. Выстреливает буквально за ночь. Вот тоже прелестный какой. Под елкой сидит. Ждал, видать, долго. Тут вот, друзья, смотрите, как я. Какая прелестная кучечка. Ну, прям шикарно. Так, ребятушки, смотрите, какие красавцы. Продолжаются. Так что, тихая охота в самом разгаре. Поглядите, какая красота. Шикарные просто прелести. Однозначно берем. А вон там, друзья, еще один хороший. Даже два. Оба. Мой, друзья, смотрите, какая лялька, лялечка какая, на жарёшку-то. Хороши. Прям целая кучка в одном месте. Можно просто литовкой косить. Такую прелесть. Боровички идеальные просто, прелесть, хорошенькие, молочные даже. Чистейшие. А ты у нас как тут оказался-то хороший какой? Заберем. А вот тут вот еще один красавчик. Пока.
Тут вот еще несколько штучек красивых. Вот они, красноголовички какие. Молочные. Опа. Оп. Ну что, дорогие друзья, на этом наша сибирская грибалка подошла к концу. Набрали столько, сколько смогли унести мои руки и плечи. Так что, я думаю, нам хватит за глаза. Так что не забываем подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх и писать под видео добрые комментарии. Ну а я с вами не прощаюсь, друзья. Говорю, до скорых встреч. Увидимся в походе. Вот наш улов сегодняшний. Ну и столько же в рюкзаке.